И сегодня с вами Сквизи. И мы опять играем в Garden of Banban, правда в этот раз без Влада. Теперь я вам покажу, как достать фиолетовую карточку. Если что, я с этой девочкой зашел, потому что она, наверное, плохо играет. И она все равно потом видит ради прикола, чтобы одним не быть. Ну что, чуваки, сейчас надо нам... Для того, чтобы ее получить, надо по-быстренькому сейчас заспидранить банбанчик. Текс. Сюда. Текс, текс, текс. Сейчас быстро пройдем тут все. Сюда. Так, чуваки. Ну, это, конечно, не спидран, просто надо сейчас по-быстренькому пройти. Так, ну чё, чуваки, сейчас надо еще вот это вот все пособирать. Так. А я уже один, ладно, пофиг. Сейчас быстренько. Так. Дальше, чуваки. Нажимаем на кнопку. Кстати, если что, я вам рассказываю. Если вы не знаете такую четкую версию Garden of Banban в Роблоксе, ну хотя вряд ли кто-то еще не знает эту самую крутую версию. На лучшую копию, в смысле, банбана в Роблоксе. То рассказываю. Разработчики этой игры Джули Геймс. Джули Геймс. Так, короче. Ну что, чуваки. Прыгаем сюда. Сейчас быстренький спидранчик. В принципе, чуваки, основное вот пока что просто обычное прохождение. В принципе, ждем. Так, сейчас, в принципе, уже будет ехать эта старая курица. Привет, пупсик. Давай вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Ой. Бежать. Тут еще вторая опила есть. На моем дроне прямо поселилась. Она мне не платит ничего за это. Видите, какая жадная жопа. Ну и в принципе вот так вот на изи.
Вот и прыгай туда. Тебе там в яме очень понравится. Там весело. Вот сейчас, чуваки, смотрите внимательно. Вот так вот, по-быстренькому. Сюда дрончик. Ну что, чуваки, сейчас уже скоро будет видео заканчиваться. Потому что сейчас мы уже возьмем эту долгожданную карточку, которую вы ждали все видео. Идем сюда. И вот тут вот кое-что видите. Опа. Не понял. Сейчас. Ну-ка, что тут наверху? Там какой-то, смотрите, чувак стоит. Прикол. Плюс еще вторая пасхалка найдена. Одно видео. Ну вот, а теперь идем. И та-дам! Спидран по Майнкрафту, поехали! Ладно. Ну что, теперь просто уезжаем. До свидания. Раз вы мне не платите, то я уезжаю. И тут такие. И тут такой наш директор офиса, которому нужны работники, мне говорит. И тут такой директор офиса, точнее, которому нужны деньги, говорит. Ой, точнее, которому нужны работники. Ты отсюда нафиг не уедешь, получай. А в итоге сам по башке лифтом получил. Ладно, чуваки. Всем пока.